Парад! Ира! К торжественному маршу! А батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом! Марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков. По традиции все военные парады на Красной площади открывают барабанщики Московского военного музыкального училища. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командир парадного расчета, начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Многие заслуженные и народные артисты, деятели искусств, были воспитанниками этого старейшего военно-музыкального учреждения.